нам понадобится картофель, резанные консервированные томаты, немножко зелени, морковка, одна большая или две такие небольшие, один лук, 50 грамм сливочного масла и зеленый замороженный горошек. Итак, приступим. Так, разогрелась сковородка. Добавляем масло. Высыпаем лучок. Как только лук стал прозрачным, к нему отправляем морковку, которую мы нарезали кубиками. И перемешиваем на среднем огне. Подрумянилась морковка с лучком. Добавляем масло сливочное. И добавляем картошку. Вот кубиком нарезаем. И обжариваем. Одну щепотку сахара и специи, которые нравятся. Ох, картошка немножко поменяла свой цвет. Добавляем зеленый горошек. Он у нас уже, он это замороженный, но мы его уже растопили. И перемешиваем горошек. Тоже немножко прожаримся. И теперь наша задача сюда влить резаные томаты. Потихоньку их будем вводить. Сюда добавляем немного воды, буквально пол чашки. И закрываем крышкой и томим до готовности картофеля. Параллельно делаем заправку. Здесь у нас петрушка, укроп, зеленый лук. И сюда же мы дорежем немножко чесночка. Добавим пол ложки горчицы. Все это тщательно перемешаем. Вот как кипит наша картошечка зеленым горошком. Нам надо добиться, чтобы юшка практически вся выкипела. Картофель уже готов. И мы добавляем заправку. Опять же, все это пробуем на вкус. Если надо, досаливаем. Вот такое постное блюдо у нас получилось. Юшки почти нет. Картофель разваривается. Очень все вкусно пахнет. Можно накрывать на стол. И самое последнее, что мы добавляем, это немножко масла сливочного. У нас масло вот такое некрасивое на вид, но это фермерское масло, поэтому опять же напоминаю, это рецепт без мяса. Такой овощной ноктюр у нас сегодня. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новостей. Будем пробовать. Вкусняшка. Друзья, готовьте, наслаждайтесь, подписывайтесь на наш канал.